Однажды одно невероятно могущественное существо решило сыграть в землянина. Ну, скучно же быть невероятно могущественным существом, а тут движуха, приключения и, в принципе, недолго происходит. Прочитала правила, типа не читерить, начинать с младенца, ни хрена не помнить на время игры об игроке, и там еще 18 тысяч пунктов. Согласилась, и тут же родилось в обычной семье. Папа, мама, ничего особенного. Ну и росло себе, книжки читала, в интернете сидела, сначала в школу пошло, потом в институт. А вокруг все это время творилась какая-то нездоровая хуйня. Гопники в погонах и без, ебанутые на всю голову правительство, повсюду пиздеши наебалово, олигархи, менты и пидорасы в плохом смысле. Ну, в общем, обычная такая жизнь, ничего не поделаешь, очень жаль. И вот однажды шло существо из института, видит митинг какой-то с лозунгами «Быть добру, за все хорошее против всего плохого» и другие, хоть и банальные, но верные, в общем-то, вещи. И присоединилась к нему, и только успела подумать, что, мол, есть же на свете нормальные люди, которым тоже не все равно, как откуда ни возьмись, набежали и целопы в шлемах и с дубьем, и всем дали конкретных пиздюлей. А существо так вообще насмерть затоптали. Не повезло. Оно такое из аттракциона вылезло и говорит: «Что за хуйня, блядь, давайте-ка сначала, только на этот раз я буду сильная, нахуй эти сопли». И снова родилось. На этот раз оно как подросло, давай на бокс сразу ходить, тренироваться, выступать. И даже приз взяло на областном турнире. Потом, конечно, в армию пошло, в спецназ, тренировалось там, а после армии устроилось ментом. Ну а хули, деньги-то нужны. Женилось, завело детей, тренировалось. А однажды вдруг тревога, сборы, всем выдают дубье и шлемы и говорят, что пидорасы собрались и требуют все поменять. И президента, и начальников, а ментов всех распустить вообще. И существо схватило шлем, дубинку и без всяческих сомнений пошло этих пидорасов бить. Потому что, блядь, хуя себе распустить и поменять. Вы чё, блядь, я чё, зря тренировалась? И они большой толпой отпиздили всех пидорасов, а нескольких вообще убили. А тех, кто не успел съебаться, посадили навсегда в тюрьму. Но какая-то скотина сняла это на видео, и за убийство существо из органов уволили. Хорошо не посадили, а деньги кончились, а жена уехала в деревню к маме и ребенков увезла. А соседи, суки, перестали замечать, вообще жара. И покатилось по наклонной существо. Сначала начало бухать, потом забило бриться и стирать одежду, потом осталось без квартиры, а потом не то цирроз, не то мороз, короче, снова, блядь, гейм-овер. Но тут оно вообще в неистовство пришло. Что за развод случится? Давайте заново. Теперь все ясно. Власть и богатство — вот залог победы. И снова все сначала. И почему-то в диких ебенях, и вроде ничего не светит. Но существо упорно выживало и хоть и медленно, но двигалось к успеху. Так получилось, что для этого пришлось все время делать всякое говно. Не в прямом смысле, конечно, хотя лучше бы в прямом. И в общем, по итогу многих действий таки смогло оно забраться на вершину пищевой цепочки, ура, но к этому моменту окончательно рехнулось. Поставила там унитаз из чистого иридия, уселась и, оглядев просторы, сказала радостно: «Ну вот, теперь здесь все мое. Забирайте у всех деньги и несите мне, мне надо. Складывайте тут». «Постойте-ка, а что это за шум? Как протестуют? Не, мы так не договаривались, дайте им пизды. И принесите мне их деньги». И пошло к пацанам в гости хвастаться. Там вокруг пацаны жили на своих вершинах. Пацаны сказали: «Да, да, мы тоже всех разогнали, ты молодец, добро пожаловать в клуб». Но тут помощник прибежал и говорит, мол, мы всех отпиздили, что-то после этого их в 100 раз больше стало. Пиздить дальше или погодить? Вдруг они так размножаются, потому что они уже тут, вас зовут. Пацаны сразу такие: «Ну, мы пошли, нате, малеха, денег не болей», и свалили. Но впервые в жизни деньги почему-то вдруг не помогли, и пришлось с вершины быстро слиться. А протестующие сказали: «О, отлично!» и пошли между собой сраться, как им дальше жить. На этот раз в холодной ярости решило существо устроить мировую бойню и, скрежеща зубами, ну пиздец вам, растолкало всех и снова загрузилось. Но вдруг перед лицом возник экран, а на экране надпись: «Простите, по итогам предыдущих игр вы набрали минус миллиард очков, поэтому родитесь с понижением». И так и вышло. Да.